Всем привет! Вы находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Казарчук, автор этого канала. И сегодня я попытаюсь исправить свою ошибку. Некоторые товарищи мне написали: а чё ты, блин, в кадре постоянно вот так вот стоишь, блин, у тебя что, горизонт завален? Ну, у тебя ноги неправильные, не одинаковой длины. Нет, с ногами у меня все в порядке. Просто когда я, допустим, записываю видео, разговариваю, я незаметно для себя переношу вес тела на одну ногу, допустим, на левую или на правую, и поэтому получается, как бы я стою криво. Ладно, попытаюсь на будущее исправиться. И вторая тема, основная тема, вернее, этого видео – похудение. После того, когда я начал выкладывать на Фейсбуке свои видео и ссылки на мои видео о похудении, о здоровом образе жизни, автоматически вот эти вот роботы интернетовские начали подбрасывать мне рекламу различных программ сбрасывания веса, коррекции фигуры и тому подобное. И что самое интересное, в этих программах нет ничего того, чего, допустим, мы, простые люди, не знали бы. Допустим, различные упражнения, гимнастические упражнения, комплексы этих упражнений, собранные в разные программы, допустим, по весовым категориям, по возрастным категориям, там все этим, по этим критериям разбросано. Есть даже сейчас различные программы, приложения для сотовых телефонов, которые вы устанавливаете себе, и эти приложения помогают вам быстрее прийти к намеченной вами цели. Но, что интересно, вот в этих вот рекламных роликах, в рекламных видео, которые появляются, пускай даже на Ютубе или на Фейсбуке или еще где, люди, которые там рекламируют вот эти вот программы по снижению веса, по коррекции фигуры, в возрасте не выше 35 лет. К чему я это говорю? Когда вы находитесь в возрасте от 20 до 30-35 лет, вам намного легче избавиться от лишнего веса, чем если бы это захотел сделать человек, переступивший черту 40 лет возраста, а тем более 50 лет возраста. Почему? Потому что процессы метаболизма в организме уже замедляются, и ваш организм работает не так, как вам хотелось бы этого, или как он работал в 20-летнем возрасте. Я вам об этом уже говорил. И для того, чтобы достигнуть своей цели, поставленной цели, допустим, скинуть там 5, 6, ну 10 килограмм веса, нужно следовать строжайшим правилам, строжайшим диетам, если вы хотите. У меня же нет никаких диет, я просто в каждом своем видео, в котором говорил вам о сбрасывании веса, предлагал всего-навсего отказаться от двух продуктов, от хлеба и от сахара. Сахар исключить полностью, неважно, будь то сладкие булочки, будь то сахар-рафинад, который вы ложите в чай или в кофе, сладости какие-нибудь, мороженое, там, соки и так далее, исключить сахар полностью, отказаться от него и свести потребление хлеба на минимум. И тогда вы сами заметите буквально через некоторое время, там пара месяцев, 2-3 месяца максимум, вы заметите сами, что несколько килограмм веса вы действительно потеряли. Вы потеряли это только за счет того, что жировые клетки, структура самих жировых клеток, она получает подпитку извне, энергию, калории, дрожжевые белки и вот эти вот сахара. Если этого не будет, не будет поступления извне в организм вот этого вот сахара, дрожжевых белков и так далее, естественно, жировые клетки начинают перегорать. И за счет этого у вас постепенно снижается вес. Те же люди, которые утверждают, что якобы, если вы будете делать одно определенное упражнение изо дня в день, то вы заставите свои жировые клетки перерасти в белковую массу. Так и пишут многие на своих видео, на своих рекламных видео, программах и так далее. Делай только это, и весь твой жир превратится в белковую массу. Судя, и главное, что интересно,
Такие высказывания говорят врачи. А может быть, это не врачи, может быть, это шарлатаны, которые одели на себя белый халат, пришли в гости к своему знакомому врачу, пока тот был на обеде, где-нибудь кушал булочки или еще что-нибудь, эти сели у него в кабинете и начали нести свою лабуду, а этот человек даже не знал. Поэтому для таких вот врачей, в кавычках, я бы хотел сказать, пусть они прочтут курс неорганической химии за 6-7 класс средней школы, там в учебнике далеко ходить не надо изучать биохимию, не надо изучать медицину. Там в этом учебнике написано, что такое жировые клетки, что такое липиды, углеводы и что такое белки. Это две разных структуры, которые не имеют отношения друг к другу, чисто, грубо говоря, физиологически. Но не будет жировых клеток, белковые не смогут развиваться, потому что, перегорая, жировые клетки дают подпитку белковым соединениям для того, чтобы белковые соединения, получая эту энергию, могли укрепляться, могли развиваться дальше, могли становиться сильнее и выносливее, если вы хотите. Поэтому все видео, которые в интернете, особенно на ютубе, каких-то там врачей, появляющиеся время от времени в ленте, с названиями «Делай только это, и весь твой жир превратится в мышцы», просто-напросто пролистывайте, потому что это неправда. Это элементарная ложь, это элементарное вранье, при помощи которого люди пытаются притянуть к себе подписчиков, притянуть людей к себе на каналы, чтобы продать им какой-то свой продукт. Пункт третий о продуктах. Когда вы отказались от сахара и от хлеба, вам совсем не обязательно покупать какие-либо протеины, спортпиты или еще какую-то дрянь, чтобы забивать свой организм вот этой вот химией, якобы белковыми соединениями для роста мышечной массы или для сжигания жира. Чтобы сжигать жир, нужно в первую очередь двигаться хорошо, ходить, устраивать прогулки, вечерние, утренние прогулки, пробежки, дышать свежим воздухом, снизить рацион питания, урезав в нем сахар и хлеб до минимума, и тогда вы сами заметите, что никакие лишние продукты, будь то спортивное питание, фармакология или еще какая-то дрянь под названием протеины и супербелки, вам не нужны. Это элементарно. В общем, вот, извините, я опять стал криво. Теперь-то я стою нормально? Все довольны? Я тоже. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Занимайтесь спортом, потому что под лежачий камень вода не течет. С вами был я, Владимир Казарчук, автор этого канала. Всем удачи, пока. И да, не забудьте, для того, чтобы проверить, как правильно работает ваш организм, нет ли у вас застоя кальция в плечевых суставах, делайте обычное проверочное упражнение. Ноги вместе и начинаем руками делать вот такие вот движения. Когда вы делаете такие движения, и вы не ощущаете хруста в плечевых суставах, то значит у вас с плечами все в порядке. Всем удачи, пока!